замена лампочек в фаре Peugeot 208. Для замены лампочки ближнего света открываем крышку ближе к радиатору. Отключаем клемму питания и снимаем лампочку движением на себя. Чтобы установить легче, сначала подсоединяем разъем, а потом всовываем до щелчка. И закрываем резиновую крышку обратно. Чтобы заменить лампочку дальнего света, открываем вторую заглушку ближе к крылу. А дальше все идентично. Сначала снимаем клемму, затем вытягиваем лампочку. И так же самое, как и с ближним светом, сначала вставляем лампочку в разъем, потом засовываем до щелчка. И закрываем резиновой заглушкой обратно. Для замены лампочки поворотов нужно ее повернуть на четверть оборота против часовой стрелки. И движением на себя выдвинуть ее. А чтобы заменить на новую, нужно сделать все в обратном порядке. Если видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.